В этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 56 округах установят 229 детских игровых комплексов. Это большие площадки 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием яркого цвета. Помимо игровых элементов на них устанавливаются лавочки, урны, информационные стенды. На территории Одинцовского округа в этом году оборудуют 7 таких комплексов в Одинцове и Звенигороде. Голосование за места установки проходило на портале «Добродел» в сентябре.